Предсвяточный вечер и наступные сутки выдались складанными и для службы выратования. На жаль, не обошлось без ахвяр. У вёсцы Салтана у Каужлобинском районе на пожары загинул пенсионер. До прибытия выратовальников на место выклику дах дома горел открытым полымем. Тело господара нашли на подлозе у переднем покое. Загинувший 1938 года народжения. Причиной пожару хутчэй за все стала непотушенная цигарета. Проверку проводить следшая оперативная группа. Еще одной ахвярой огню стал жыхар Чачерска. Тело мужчины выратовальники знайшли на выгоралой подлозе. Прибывшие к месту вызова работники МЧС наблюдали сильное задымление внутри кирпичного дома. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в коридоре в прогаре пола был обнаружен труп пенсионера, хозяина домовладения. В результате пожара огнем уничтожен 1 квадратный метр пола. Что стало причиной узгарання, пакуль невядома. У обставинах разбираются следчыя.